направляемся. Сейчас. Возможно, плохо будет видно некоторое время. Это уличное качество, уличного освещения. Такой вот Симферопольский двор. Направляемся к Совмину, где нашим журналистам обещали нечаянно разбить планшет, если они будут продолжать снимать. Там сейчас находится Муслим Умеров, журналист и ведущий радиостанции, крымско-татарской радиостанции Мейдан, и Чингиз Кызгын, оператор стамбульского курпункта телеканала АТР. И все вместе, это волонтеры открытого крымского канала. Девушка, все спокойно в городе? Да. Спасибо. Да? Да. Давай. Спасибо. Подержи, пожалуйста. Я с утра здесь с 9 до 12, с этим разберусь. Все, счастливо. Здравствуйте, а можно просто спросить, какая обстановка в городе? Все спокойно, все нормально, все работает. Почему так мало людей гуляет? Очень красивый город, очень много хороших дешевых кафе, хорошего качества. Наверное, боятся выходить, смотрят много телевизор. Из-за чего? Вот я неделю гуляю и не чувствую... Из-за чего можно бояться? Наверное, какая-то массовая паника, я не знаю. Алло, все спасибо. Все спокойно, пройдите, посмотрите. Я подхожу. Конфликта, все нормально. В смысле страшнее? Из-за чего? Присягу? Угу. И что они закрывают камеру? Ну, отходите. Отходите. А милицию вы вызываете? Ну подожди, если вам мешают снимать. Ну у тебя же есть радиостанция Мейдан, удостоверение. У тебя есть просто пропуск? Хорошо. Тогда у меня есть удостоверение и телеканала АТР, и телеканала телерадиокомпании Крым, и телеканала ТВИ. В общем, набор удостоверений сейчас мы будем... Спокойно только. Сейчас же они вас не трогают. Ну вот, и вы лишний раз не провоцируете. Спокойно себя ведите. То есть снимайте со стороны, как бы. Они понимают, что вы оба стримите. Они вас просто пытаются запугать. Но ведите себя аккуратно, спокойно, с улыбкой. Улыбка разоружает всех. Хорошо? Все. Ну, напротив Айкома, а я перешел дорогу к Совмину. Вот зачем? Ну вот я прохожу парк Тренева. Парк Тренева, я приближаюсь к Совмину, приближаюсь, вот понял, с какой стороны, да? Мимо музыкальной школы. Хорошо? Давай. А какие... Слушай, кстати, расскажи мне, кто принял какую присягу? Субтитры
это улица Гоголя, и она переходит в улицу Козлова. Это Симферополь. Да, вот такой наш город. Количество наших зрителей не увеличивается, всего лишь 21 человек. Поэтому, друзья, обращайтесь в ссылки в Facebook, в Twitter. С этой части его якобы захватывали, ну или захватывали. Это когда-нибудь выяснят правоохранительные органы Украины, что это было. А может, не выяснят. О, у нас добавился еще один зритель, нас уже 22. Бросайте канал стрим, я не помню, это Крамин Open CH просто или Крамин Open CH первый канал. Кому из вас? А? Что происходило? Мы просто снимали происходящее. Подошел сначала один парень, который сказал, нам лучше не снимайте. Почему? Один парень у вас здесь есть? Да, высокий, самый высокий. Вот, потом подошли два парня, которые выглядят как парни, которые приняли присягу, вот они вдвоем ходят. Приняли присягу кому, на что? Аксенову. На крымское государство, я не знаю, как солдаты крымского государства вообще новые. Вот. И, мы и что они говорили? Что снимать нельзя. Почему? Потому что им не хочется, чтобы снимали. И они обещали что? Один из них обещал вначале камеру сломать, потом я еще раз подошел, сказали, что таких заявлений не было. Вот. Но у нас же записан этот стрим. Но он, если записывается, то да. Потому но что... ты же видишь, вот если сейчас идет рэк и никакого проблемы, значит он записывается. Да, все, значит записывается. Хорошо, давай попробуем выяснить. Нет, можно оттуда. Добрый день. А можно с кем-то поговорить, кто общался с журналистами нашими? Ну, говорят, что... Да. Что? Зачем? Ну, я журналист, поэтому не могу при исполнении опускать планшет. Хорошо. То есть у меня тоже нечаянно упадет планшет? А? У меня тоже нечаянно упадет планшет? Нет, почему нельзя? Потому что я гражданин. Скажите мне, пожалуйста, кто обещал, что нечаянно упадет планшет у нашего журналиста? Наших никто. Никто не обещал. Кто никто обещал, не... угрожал нашим журналистам? Скажите, пожалуйста. Добрый день. Ну скажите, кто просто... Я же по-хорошему пришел. Кто журналистам обещал уронить планшет? Что? Почему я должен опускать планшет? Подождите, мы журналисты здесь... Что, как не делается? Переделываете, говорю, вы все. Что мы переделываем? Давайте будем говорить правду. Приходите к нам в студию, я всех готов принять. Вот все, кто здесь. Ну, у вас в киностудии тогда есть. Так приходите, Кирова, 12, квартира 2. Кто обещал уронить планшет нашим журналистам? Ну, пацаны, вы же взрослые люди. Если это было, давайте говорить. Пресс-центр, скажем. Какой пресс-центр? Сейчас пресс-центр мы будем устраивать здесь. Кто? Мы обратимся. Кто обещал нашим журналистам нечаянно уронить планшет во время съемок? Кто обещал нашим журналистам уронить планшет?
Это было или не было? Вот скажите, было или не было? Они врут или это правда? Они врут. Они врут. То есть, а зачем они это делают? Муслим, иди сюда. Больше не буду говорить. Хорошо. Говорят, что ты врешь, и тебе никто не обещал уронить планшет. Ну, я не знаю, зачем тогда мне надо было говорить, чтобы я не снимал, и я отойти отсюда. Что-что? Покажи пальцем, просто. Не, я не слышу. Покажи пальцем. Так, все-таки можно вас снимать или нет? Меня нет. Нет, вы находитесь в публичном месте, если вас нет, идите домой. Вы охраняете Савмин, и вас можно снимать под законом. Поэтому вы не можете запрещать в публичном месте себя снимать. Поэтому я хочу узнать. Я не хочу, чтобы меня снимали. Я хочу узнать. Вы можете хотеть все, что угодно. Кто обещал журналистам уронить планшет? То есть, Муслим. То есть я, по идее, вру. Ну, мы поднимем тогда твой стрим. Странно, что днем очень нормально общаются люди и готовы. Алло, здравствуйте. Меня зовут Аслан Паршаев, я журналист, сейчас нахожусь возле Сами. Здесь же находятся волонтеры нашего телеканала, Культура Первого Крымского канала. И кроме того, они один из них, журналист радиостанции МИДА. И люди, которые в форме не знаю чего, обещали одному из них, у нас записан стрим, нечаянно уронить планшет. Мы расцениваем это как угрозу и хотели бы вызвать милицию и сделать заявление. Написать. Да, площадь Ленина. Осман Пашаев. Журналист. Оградили журналисту 067-443-01-29. Ну, люди в камуфляжной форме, которых называют по-разному, то ли казаки, то ли самооборона русская. То есть я не знаю, кто они, то есть их не так много, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек на данный момент времени, двое ушли. Ушел тот высокий человек, на которого Муслим не указывал. У меня здесь не было, когда это происходило, но как только это произошло, он позвонил мне, и я пришел с нашего офиса. А мне они говорили на камеру, что он, ребята все врут. Но у нас записан стрим, который можно будет взять и посмотреть, кто что говорил. Спасибо. А теперь по закону все. То есть ты пишешь заявление в милицию, как было. То есть ничего не выдумывай. Я постоянно рядом. Sen duydun mu tehditleri? Şey söyledi bana, işte tercüme etti. Ne, ne dedi söyledi sana? Senin iPad'ine kadar... Senin iPad... Нет, это акция для кого. Senin iPad'ini kırarız, senin bataklıları döveriz demişler. Tamam. Как настроение, девушки? Отлично. Супер. Вы снимаете со всех точек, то есть как бы. Ушнукая алурус, всем ордан. Хорошо. Мы же добро. Добрый день. А? Ну, прикасаться только не нужно. Да я не буду говорить. Хорошо. Сегодня с вами разговаривать. Да. Ну, вы сказали, что все нормально. Что, что? Не снимать. Такого? Подождите, подождите. Ну, уберите. Нет, я не могу убрать. Я с человеком разговариваю. Хорошо. Ну, так уберите. Подождите, я при исполнении. Уберите. Я при исполнении. Нам, не надо трогать его. Мы можем поговорить с вами? Мы нет, мы будем тебе говорить отныне в присутствии меня. Просто не могу отныне... понять, я запрещаю, делать? Я запрещаю тебе идти. Все, не трогай, не трогай. На автомобиле. Не надо, не трогай, не трогай. Все, не надо, спасибо. Не трогайте, пусть.
Ну, я да. С вами поговорить могу или нет? Нет, только присутствуй на меня. Нет, спокойно, спокойно. Спокойно. Я давайте вместе общаться. Я же не трогаю вас. Просто я... Мы с вами общались. Я же вас не трогаю. Можно? Я два слова вам. Нет, нет. Ну, можно мы с вами нормально разговаривать? Ну, нормально разговаривать. Но сейчас вот парень... Муслим, что тебе говорил этот человек? А можно вам сейчас сказать? Парень... Мы с вами разговаривали нормально? Нормально разговаривали. Я могу не под камеру с вами говорить? Уже нет, вы могли говорить не под камеру. Мы с вашим молодым человеком разговаривали. Это не наш молодой человек, это наш сотрудник. Ну, молодые человеки, это ваши. Мы с вами разговаривали нормально. Скажите, вот как вас зовут? Я не спорю, мы с вами нормально разговаривали. Сейчас видишь, я теперь боюсь с вами. Чего ты боишься? Ну что? Я с вами нормально. Я тоже с вами нормально. Хорошо. Добрый вечер. Как дела у вас? Спокойно веди себя. Алексей Салям. Все нормально. Снимайте просто, вы что не снимете? Почему ты, можно я скажу? Ты говоришь, вы мне угрожали, я не хочу с вами разговаривать. Да. Снимайте, парни, что смотри? Я говорю, снимайте без так проблем. Так мы снимаем без проблем. Ближе. Хорошо. Мы пока на таком расстоянии, чтобы не смущать никого. Хорошо. Да. Вы работаете, вы охватываете все? Нет, это не вам. А ваше. Висковый квиток. Ну и что? На каком основании висковый квиток? Говорит о том, что нужно проверять документы. Вы попросили мои документы? Я показал вам свои. Спасибо. Съемка здесь легальна, а проверка документов нет. Это не проверка документов. А что это было? Я просто хотел с вами ознакомиться. Ну вы сам Осман. Очень приятно. Михаил, очень приятно. Сколько у тебя зрителей? У меня 29. Я просто не понимаю, если Верховный Рад Дума нормально, то есть можно снимать, все спокойно. Ну, потому... Ничего не будет. Слушай, все уже. Вот, ну, все, что было, сейчас мы дождемся и будем... Правда, мы все добрые люди. Конечно. Вот. И добрые люди действуют только по-доброму. Я об этом сейчас говорю... ни с кем не надо ругаться, все да. Хорошо. Я и молодым женой становлюсь. У нас в Крыму все великолепно. Великолепно. Главное, чтобы никто никогда не говорил, что кто-то нечаянно уронит чей-то планшет.
Это не вы, Михаил, я не о вас. А можно у вас зажигалку попросить? Спасибо. Благодарю. Алло, алло. Алло. Хорошо, хорошо, ничего страшного. Все, я не могу говорить, разряжайте телефон, давай. Так, милиция не едет почему-то. А снимать можно, да? Конь, слушай, снимать нужно. Конь, скажи. Бокал. Саша, все. Ой, у меня не... Можно еще раз попросить вас зажигалку? Спасибо. А. Что? Заберите планшет. Почему? Вы не имеете права снимать. Кто не имеет права снимать? Забирайте планшет. Зачем? Уходите отсюда. Хорошо. Хорошо. Планшет забирай. Хорошо. Окей. Только мы можем через дорогу идти, а по тротуару? Пожалуйста. Хорошо. Убирайте. Уберем? Уберем. Хорошо. Давай. Убирайте планшет. Планшет уберем. Ну, засвечивать не надо нас? Мы уходим и так, вы видите. Давай, планшет отключи и уходи. Давай. Включайте планшет и уходите. Руками трогать не нужно? Да. Руками трогать не нужно?